Ты хорошо воспитан, улыбчив и терпелив. Твое тонкое чувство такта достойно оваций. Неустанно сдержан, неукоснительно справедлив. Можно только удивляться твоей ослепительной внутренней красоте и умению поддерживать нейтралитет. Но кто ты, когда остаешься совсем один и никто не подглядывает из-за угла? Кто ты, когда нет ни одной причины воздержаться от зла? Твое истинное лицо, в том-то и вся ирония, обнажает анонимность и беззаконие. Присвоишь чужое, обманешь ли выгоды ради? Распустишь ли за спиной друга сплетен, обидишь слабого, нападешь ли сзади, если никто не заметит? Сумеешь простить себя и усмирить свой стыд, если только один знает правду, и это ты.